я буду видео снимать. Чтобы лицо знали людей, которые оскорбляют. Я могу еще так сделать. Я обычно риэлтор, но сегодня покупатель. Я, как покупатель, написала собственнику на агрегаторе крыши сообщение, запросила на его квартиру техплан квартиры, так как я ищу себе 4-комнатную полноценную квартиру. На что я получаю хамский ответ. Человек по ту сторону, который меня не знает, пишет мне, что я беспонтовый риэлтор. Чтобы выяснить, кто за этим экраном сидит, я позвонила по номеру, где мне ответили девочки. Это, получается, агентство недвижимости Avenue Real Estate. Представляете, я пишу хозяину квартиры, но я дозваниваюсь до агентства недвижимости. В итоге я узнаю у этих девочек, кто мне писал данное сообщение, где они сперва начинают все скрывать, в итоге отправляют номер руководителя. Я пишу руководителю по имени Арман Танатаров Арман Маратович. Оказывается, это он мне писал. Человек, который меня в жизни не видел, но, оказывается, знает про меня все. Вот укажи свою собственную, раз это твоя собственная. Зачем ты выставляешь от хозяина, как от риэлтора? Я не ставлю от риэлтора, там стоит от хозяина. От хозяина. А зачем ты вот тогда номера указываешь своего агентства? Успокойся. Да, дай мне, у меня зрение не видит. Зачем договор? Договор тут подаже, понимать, что он собственник или нет. Вы можете ознакомиться. Сегодня, что ли? А, вчера ты оформил? Вчера он еще оформил. Так, что? Вчера что купил. Я владелец квартиры? А ты выставлял еще 2 недели назад от хозяина. И что? И что, ты не купил еще эту квартиру? Теперь я понимаю, почему люди не доверяют агентам. Потому что в лице руководителя человек себя ведет нагло, по-хамски и оскорбляет другого человека по ту сторону экрана, которого даже не знает. Справедливости ради, я получила извинения, хоть и с боем.